Вернемся к Гамильтонову циклу. Когда мы говорили про его родственника, про Эйлера в цикл, мы начинали с того, что доказывали теорему Эйлера. Давайте попробуем что-то сделать с Гамильтоновым случаем. Понятно, что если в графе очень много ребер, он должен быть Гамильтоновым. Потому что в полном графе вы можете перейти от любой вершины по ребру к любой, поэтому очевидно, что там Гамильтонов цикл есть. Чем ближе граф к полному, тем понятнее, что мы практически наверняка сможем, просто идя в произвольном направлении, замкнуть этот Гамильтонов цикл. Поэтому общий посыл понятен. Значит, у нас должны быть какие-то достаточные условия Гамильтоновости. Их известно такого рода три. Самая слабая называется теорема Дирака, самая сильная называется теорема Хватала. Ну, нам удобнее всего доказать промежуточное условие, которое называется теорема Ора. Ора – это тоже фамилия, это математик норвежского происхождения, уехавший в 30-е, наверное, годы 20 века в США, и потом он, значит, работал, был профессором в США. Теорема утверждает следующие условия. Если у нас есть обыкновенный граф более чем с двумя вершинами, и в нем так много ребер, что сумма степеней любых двух несмежных вершин больше либо равна общего числа вершин в графе, тогда граф Гамильтонов. Понятно, что это условие говорит о том, что в графе много, реально очень много ребер. Но не то чтобы все обязательно. Поскольку максимальная степень для одной вершины равна n-1, для любой пары несмежных вершин говорится, что вот больше половины от этого максимума должно быть ребрами реальными. Давайте докажем эту теорему. Мы будем доказывать от противного, то есть мы предположим, что существует граф, который удовлетворяет всем условиям теоремы Оре, но не является Гамильтоновым. Тут достаточно нестандартный первый шаг, который надо понять хорошо. Тогда оставшееся доказательство будет очень простым. Так, в чем состоит этот самый первый шаг? Раз мы предположили от противного, значит, существует граф G, который удовлетворяет всем условиям и не является Гамильтоновым. Вот теперь мы с этим гипотетическим графом проводим мысленный эксперимент. Мы пытаемся добавить к G еще одно ребро, так, чтобы граф остался не Гамильтоновым. Если это возможно, мы это сделаем, добавим. Предположим, у нас получилось добавить еще ребро, чтобы граф остался не Гамильтоновым. Новый граф, он обыкновенный, число вершин мы не меняли. Сумма степеней для любой пары вершин, она не уменьшилась, потому что мы ничего не убирали, мы только одно ребро добавили. Значит, новый граф по-прежнему удовлетворяет всем условиям и не является Гамильтоновым. То есть, смотрите, если G был контрпримером, и мы смогли добавить ребро, чтобы граф не являлся Гамильтоновым, то полученный граф, он тоже является контрпримером. Тогда мы можем заявить следующее. Будем повторять процедуру столько раз, сколько это можно. Ну, может быть, 0 раз, да? Тогда, значит, нас устроит и сам граф G. Значит, вот мы будем повторять эту процедуру, взяли граф, он не Гамильтонов, нашли ребро, которое можно добавить, чтобы он был по-прежнему не Гамильтонов, получили новый с теми же свойствами, посмотрели, можно ли в него добавить. И повторяем, пока это возможно. Ну, это конечное число шагов, потому что ребер-то можно конечное число добавить у нас. Конечное число вершин и граф обыкновенный. Значит, в какой-то момент мы получим граф G', который удовлетворяет всем условиям теоремы и является максимальным негамильтоновым. То есть в него никакое ребро нельзя добавить без получения гамильтоновости. Как гарантировать, что это произойдет? Ну, если мы в граф G добавляем ребра, которых там нет, вообще там, неважно как, неважно с какими условиями, просто добавляем ребра, добавляем, добавляем, то в конце концов мы получим полный граф, а полный граф Гамильтонов. Значит, на любой цепочке добавления ребер от G до полного графа G не Гамильтонов, полный Гамильтонов, Гамильтонов при добавлении ребра остается Гамильтоновым. Значит, любая такая цепочка распадается на две части. Внизу не Гамильтоновы, начиная с G, а вверху Гамильтоновы, заканчивая полным графом. Значит, вот эта нижняя половинка, она заканчивается некоторым максимальным не Гамильтоновым графом, которому уже ни одного ребра нельзя добавить. Вот с ним мы будем работать. Итак, вот это
Первая нестандартная часть состоит в чем? Что мы предположили противное, значит, существует контрпример, граф, который удовлетворяет условиям, но не является гамильтоновым. И мы этот контрпример подправили, то есть взяли контрпример с нужными нам свойствами. То есть из исходного контрпримера построили тот, у которого нужное нам свойство. В данном случае нужное свойство, что наш граф не просто не гамильтонов, а превращается в гамильтонов при добавлении любого ребра. И теперь мы готовы к тому, чтобы получать противоречие, а именно построить в самом же штрих, который у нас по предположению контрпример, гамильтонов цикл. Это противоречие докажет, что наше исходное предположение о существовании контрпримера было неверным, контрпримеров нет, значит теорема верна. Итак, все, что нам осталось, это построить гамильтонов цикл в графе G'. Возьмем в G' произвольные несмежные вершины. Несмежные, то есть ребра УВ нет, но при добавлении ребра УВ появится гамильтонов цикл. Потому что какое ребро бы мы ни добавили в G', обязательно появится гамильтонов цикл. Это свойство графа G'. В самом G' гамильтонова цикла нет. Это по-прежнему свойство G', это контрпример. Раз гамильтонова цикла нет, а при добавлении УВ цикл появится, значит в G' есть гамильтонов путь из УВ. Он проходит по всем вершинам. Вот давайте я этот путь изображу. Есть некий порядок на множестве вершин V1 и так далее, Vn, что V1 совпадает с У, Vn совпадает с В. Это путь. И вот тут красный пунктир – это ребро УВ, которого нет, но если мы его добавим, то получится гамильтонов цикл. Посмотрим на этот путь внимательно. Наши вершины проиндексированы от единицы до n. И рассмотрим два множества индексов. Первое множество – это S. Оно состоит из таких индексов I, что вершина U в нашем графе смежна с вершиной ВИ плюс 1. То есть есть ребро У, ВИ плюс 1. Т, второе множество индексов, это такие индексы И, что В смежно с ВИ, Т. То есть есть ребро В, ВИ, Т. С и Т это подмножество отрезка от единицы до n натуральных чисел. Заметим, что мощность С равна степени У. Поскольку в этом списке есть все вершины, соответственно, вот в этом пути от В2 до ВН есть все вершины, смежные с У. Соответственно, мы выбрали столько индексов, сколько вершин смежно с U. То есть мощность S равна степени U, и точно так же мощность T равна степени V. По условию теоремы, мощность S плюс мощность T больше либо равна N. Граф G' удовлетворяет всем условиям теоремы. При этом надо заметить, что элементы S и T – это числа от единицы до n-1. Ну, здесь от единицы до n-1, потому что v это сама vn, она смежна от первой до n-1. Здесь u смежна от v2 до vn, мы берем индексы на единицу меньше. То есть элементы s и t являются числами от единицы до n-1. У нас в совокупности больше либо равно n чисел. Ну, понятно, тогда у них есть общий элемент. Не может быть n различных чисел вот в этом вот отрезке, потому что принцип Дирихле. Эти множества пересекаются. Возьмем элемент, который лежит в пересечении. Пусть это элемент I. Если элемент I лежит и в S, и в T, значит у нас по определению S и T U смежно с VI плюс первой вершиной, а V смежно с VI. Значит, вот этот вот подграф, который мы нарисовали, можно дополнить. Мы знаем, что в графе есть вот такие ребра. Ну а смотрите, тогда же мы видим гамильтонов цикл. Мы пошли до ВИТ, перескочили в В, вернулись сюда и вернулись в У. Итак, мы построили гамильтонов цикл в графе G'. Что нам и требовалось для доказательства теоремы.